Ну что ж, я приехала. Дома более-менее порядок. Ну, за исключением наших вот двух усатых друзей, про которых Маша забыла. Мама, ты же мне не сказала улиток кормить. Мама, наверное, с Черкас по ночам приезжала и кормила улиток, да, Маша? Короче, Маша натупила и не кормила улиток. И не очень кормила Эми. Поэтому я только что насыпала Эми корма, и она выбежала и стала сразу кушать. Маша монтирует видео. А я очень хорошо отметила свой день рождения. Мы отмечали двумя компаниями, взрослой, ну, то есть старшей компанией и младшей компанией. Мы были в заведении, называется «Рыбка», на Черкасах, на берегу Днепра. Мы вообще собирались поехать делать шашлыки просто на берегу. Но поскольку пошли дожди, мы немножко переиграли и заказали кафе, ресторан, не знаю, что это даже, гриль-бар. Ели плов, шашлыки, салаты, все такое, танцевали, прикалывались. Мы были там одним в этом ресторане, потому что это был понедельник. Ну, в понедельник люди обычно не гуляют. А потом уже моей компании мы делились и пошли в ночной клуб. И тусили еще до 3 утра в ночном клубе. Было очень весело. Мои любимые, спасибо вам за праздник, который вы мне сделали. А Маша тоже была в ночном клубе. Маша, ты рассказывала? Нет, подробно нет, а зачем? Маша ходила в ночной клуб. Тоже со своими друзьями. Ей очень понравилось. Гуляли они до 6 утра. Да? А к нам залез жучок. С той стороны окна он ползет. Представляете, на какой этаж он заполз по стене? Пешком. Бедолага. Жучок-вонючка называется. Маша продолжает монтировать видео. А я вам сейчас покажу, как я собиралась в Черкасы. И кусочки с моего дня рождения. Всем приветик. Собираю вещи. Сегодня еду в Черкасы, потому что у меня день рождения, 10 сентября. Сегодня суббота. А Маша пошла на учебу. Какая печалька. А нам, Маше, привезли посылочку. Только что принес курьер. И я думаю, что там кроссовки и что-то еще. Она запечатана. Смотрите, вообще запаян пакетик. Я не буду без нее распечатывать. Маша ее очень ждала. И представляете, уже сделали заказ и вспомнили, что есть кэшбэк-сервис, которым люди обычно нормальные пользуются. Но не мы. Мы ним не воспользовались. Можно было сэкономить много денег. Вчера листала свои приложения, перебирала и нашла кэшбэк-сервис SmartySell. Думаю, интересно, на какие магазины тут есть скидки? А тут их очень много, этих магазинов. И здесь есть Asus. Понимаете, да? Мы могли с Машей сэкономить, сейчас скажу сколько, 4%. 4% на Asus. На iHerb 5%. Мы с Машей много заказывали посылок на iHerb. Ну, как витамины. Там на сумму где-то около 7 тысяч гривен получилось. Ну, это 14-15 тысяч рублей. 5%, прикиньте. Розетка, eBay, аптеки. Ламода, Booking.com, вот, Ньючик, тоже на этом у меня есть распаковка даже с этого магазина, 10%. Просто зайти в приложение и зайти в нужный магазин. Перейти в магазин, зайти через соцсеть, я сейчас попробую через Facebook зайти, можно через ВКонтакте, через Одноклассники. А ну-ка, так, разрешить. Просто было бы интересно посмотреть, сколько стоили бы эти кроссовки. Если бы я пользовалась кэшбэк-сервисом. Маша, вернее, не я. Продолжить. Открыть. Да, я уже когда-то заходила. Посмотрела, повосторгалась, повосхищалась. И все. И забыла благополучно. Так, перейти в магазин. 4%. Зачисляется автоматически. Скидка 4%. Ну и все, я попадаю чисто в магазин. И тут... Все как обычно. Короче, хорошо, что заказали одни. Вот видите, написано кэшбэк 4%. Вторые будем уже заказывать через сервис обязательно. Посмотрим, как это работает. Все ссылки оставлю под видео. Вы, если что-то спрашиваете, обязательно заглядывайте в описание под видео. Я там часто оставляю. Я понимаю, что будут спрашивать. Часто оставляю какие-то ссылочки. И у меня потом те же самые вопросы. Где покупали? А там все написано. Я же не могу под каждым комментарием всем отдельно ответить на один и тот же вопрос. Поэтому обязательно, если есть вопросик, и мы что-то показываем в видео, заглядывайте в описание под роликом. Устала собираться.
Еду на 2 дня. Нет. Суббота, воскресенье, понедельник, во вторник назад. А такое впечатление, что на месяц, потому что все равно с собой кучу вещей тащу. Полный чемодан уже. На улице сегодня хорошая погода, пасмурно, но не холодно. Я буду ехать на машине, Маша остается дома. Очень надеюсь, что Маша тоже будет снимать, пока меня не будет. И мы с вами вместе посмотрим, чем тут Машка занималась в свободное от мамы время. Так, все. Короче, все мне уже готово. Я беру большой фотик. Этот фотик оставляю Маше. Вот это вот. У нас 2 фотоаппарата, поэтому мы можем снимать с Машей одновременно. Поэтому у нас влоги получаются смешанные. Так, так, что я еще хотела взять? О, зарядка. Зарядка – это очень важный элемент, который нельзя забывать блогеру. Зарядка, карта памяти запасная и аккумуляторы. Целый чемодан собрался. Там туфли, пару платьев, потому что я точно еще не определила все-таки, что я одену в связи с погодой. Хорошо, что еду на машине и не придется это тянуть в руках. И любимая, такая любимая. Ура! Ура! Вику с Нюкой поздравить очень и очень хотим, чтобы дышала много воздухом морским, чтобы купалась в счастье, а на ютюбе был спрос, чтобы вы молодой, красивой была, вы чтоб до корней волос. И мой выход! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, пожелаю здоровья! Да. Отлично, все. Давай, девочки. Пока. Тём-тём. Пока-пока. Ты расскажи мне, как день рождения отметила? Как можно есть суп, не сутулись? Я не понимаю. У меня же... Мне можно обляпаться. Тарелка фиг знает где. Как я могу донести ложку, чтобы не ляпнуть? Не-не-не-не-нет. Вот так? Да. За столом. За столом. Вот именно вот так аристократичные дамы едят борщ. Сутулься, сутулься. Я не хочу, чтобы ты обляпала свою... Не ляпнула глаз. Так, предлагайте какие-то другие варианты, чему вас еще приучать, к чему во время наших видео. Не сутультесь, раз. Что еще? Маша, очень вкусная колбаса. Это ты для пиццы покупала? Да. Офигеть. Сегодня в пасте она у нас будет. Сегодня Маша еще хочет приготовить пасту, но мне кажется, что она не приготовит в итоге. Потому что мы сейчас наедимся и уже будет впадло что-то делать, когда не голодный. Я придумала. Хэштег еще один. А, нет, не подходит. Блин. Хотела хэштег, Маш. Положи телефон. Он лежит. Возьми ложку, положи телефон. Лежит. Но они в это время смотрят наше видео, поэтому я не могу такой хэштег использовать. У нас десерт. Виноградик. Это половина виноградика, которого купила Маша. Половина. Говорю, Маша, зачем ты так много купила... винограда. Там килограмм. Говорю, зачем ты купила килограмм винограда? Ну это ж кишмыш. Зачем ты купила килограмм кишмыша? Ну это ж килограмм. Оргию тут устроить. Какую оргию? Какую оргию? Что ты рассказываешь? Подумай тут еще. Ко мне друзья приезжают. Мы хотим в Межигорье поехать. Посмотреть, как там наш бывший президент жил. Посмотрите. Посмотрим. А вы приедете устроить оргию? Потом приедем, устроим оргию. Вот на видео снимите, заработаем. Отличная перспектива. А Маша будет у подружки. Я надеюсь, у подружки, не у друга. Так, мне все напоздравляли, тут напоздравляли. Спасибо вам, мои хорошие. Блин, Маш, а что снимается сердечко? Я ставлю, он снимается. Это привидение сидит и после тебя снимает его каждый раз, когда ты ставишь. Жрать виноград. Она зашла целиком в глотку. Ой-ой-ой. Тут остановилась. И что теперь? И я вернула. А я думала, теперь опять будем ждать, пока выйдет. А, устаревший юмор. Маш, так можно и подавиться нечаянно. А я сниму. Ставки на спорт. 1xbet. Большие выигрыши. 1xbet.
Быстрые выплаты. 1xbet. Надежный букмекер. 1xbet. А. Дин. Икс. Когда пересмотрел YouTube. Сейчас дам подзатыльник. Вспомнил даже так же приятно. Ой, господина! Вот за это я даю и подзатыльники. Я не вырежу. Все, теперь я монтирую. Все спрашивают, за что вы Маше подзатыльник опять дали. Ну, ну признайтесь, ну за что? Вот, мама, ребята, нет, вот ты... за это я даю ей подзатыльники. Она сама меня просит мама, это делать. Слишком... Я запикаю. Они не услышат, но они поймут. Никто не услышит этот звук. Тебе стыдно? Нет. Шрек всегда говорил, нельзя держать в себе. И пускай капает, капает с неба. Пеку... Ой, и... А я педикюрчик сделала, видела, Маша, какой? А знаете что, знаете что? У Маши французский язык. Теперь мама, в колледже. Мама, я помню видео прошлого про это протараторила. А? Все это знают уже быстрее тебя. А ну-ка, и что там про сочетание букв? Сочетание букв типа Е и Н. Не помню точно, эти или нет. Ну, короче, вообще две непонятные буквы могут читаться как О. Е, Н, О. Что? Маша, смотри, что мне подарили. Каждый день. Мама моя сказала, что этому подарку больше будет рада Маша, чем ты. Все, теперь оливье за 10 минут. Оливье, винегрет, картошка, бабушка, жаль. Это тебе. А? Это Люда мне подарила, Осипова. Капуста. Людочка, спасибо. Я буду жарить картоху одинакового размера. Подписывайся на канал В. Виктория.